всем желаю здравия. А видео посвящаю Мячиным, Мише и Алисе, потому что именно их я видеоблоги смотрю постоянно и постоянно слушаю вот эти вот шумы, которые раздражают, наверное, всех, кто их слышит и кто их пишет, вот, и которые создают вот эти вот отверстия, которые на самом деле работают как свистульки. Когда, например, в бутылку с торца дует, внутри за счет резонанса возникает определенный тон звука. И также и здесь. Но здесь тон, значит, определяется областью между отверстием и микрофоном и с диаметром самого отверстия. Это, ну, тексетовский плеер. В нем такая же беда. Начал я не с него, а начал переделывать я со своего аппарата, которым пользуюсь постоянно. Но для того, чтобы показать наглядно, использую вот этот старый свой кэн, который так я не могу доделать. Вот они, отверстия микрофона. Здесь вообще такой интересный получается гул. Вот, потому что три отверстия и есть такая вот область, вот, которая именно и создает резонанс. Вот. А здесь вот находится так, микрофон сразу по идее над ним, но он не входит внутрь и получается зазор, который и гудит. Что надо для устранения этого? Я взял обычный вот такой вот кусок поролона, просто подобрал из мусора и вырезал из него. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот такой вот кусок приклеил на фотоаппарат. Надеюсь. Вот там, в общем, вот так вот он находится. Сейчас я его оторву и покажу, как я его, значит, приклеил. Вот так выглядит эта поролонка, отделенная от фотоаппарата. Сверху вот тут вырез специально сделан для того, чтобы не мешало лампочке красной от красных глаз. И приклеен на двухсторонний скотч. Вот такой толщины вполне достаточно поролона, чтобы убрать все шумы. При метелях при наших и снимал, и дул со всех направлений на фотоаппарат. Никаких шумов, ну так немного еле слышно, но совсем не то, что без вот этой поролонки. Делайте себе такие, не мучайте ни свои, ни чужие уши. Вот, всем добра и счастья. В том, что у многих фотоаппаратов вот отверстия микрофона находятся в тех местах, где их можно пальцами закрыть. А с этой поролонкой на ощупь чувствуется, что закрывается микрофон. Вот.